В Одесской области правоохранители ликвидировали канал переправки мужчин за границу. Схему нелегального выезда мужчин из Украины организовал местный житель. Клиентам он находил их через интернет. Мужчина обещал помощь в незаконном пересечении границы в обход пропускных пунктов, минуя пограничные патрули. Организатор схемы вез мужчин в качестве пассажиров на собственном грузовике через транзитный участок дороги Одесса-Рени до границы. Он самостоятельно планировал маршруты и время пересечения границы. Чтобы избежать проблем и дополнительных проверок на контрольно-пропускных пунктах, мужчина обеспечивал своих клиентов поддельными документами от руководителей пограничных сельских советов. Стоимость услуги составляла 7000 долларов США с возможностью оплаты наличными или криптовалютой. Правоохранители задержали злоумышленника во время получения наличных денег от одного из клиентов на автодороге Одесса-Рени. Во время обысков по месту жительства и регистрации подозреваемого, а также в двух его машинах, были обнаружены пистолет, мобильные телефоны, ноутбук, флеш-накопитель и черновые записи, которые могут подтверждать его противоправную деятельность, говорится в пресс-релизе Государственной пограничной службы Украины. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».